нас в Самарской области вообще достаточно много рек, по которым можно сплавляться. Но Сок у нас в приоритете по нескольким таким техническим параметрам. Во-первых, это достаточно глубокая река, она почти не мелеет к осени и к концу лета. Второй плюс – это то, что у нее высокие берега, вы это сможете увидеть здесь даже, которые закрывают от ветра. И третье, наверное, это то, что очень живописно, очень красиво и далеко от цивилизации. Те, кто приходит за релаксом, за тем, чтобы вот на целый день вообще оторваться от города, вот на Соке это получается.